А завтра открывается молодежный форум «Иволга-2019». Место сбора творческой молодежи России и стран СНГ традиционное. Самарская область, Мастрюковские озера. У участников форума будет насыщенная программа. Молодые люди приезжают туда уже с идеями и планами. Некоторые приобрели опыт в реализации различных инновационных проектов. От Чувашии на Иволгу отправились 85 человек. Там состоится второй окружной фестиваль молодежных театров. Кроме того, запланированы выставки арт-объектов и научно-технического творчества, спортивные и культурные мероприятия. Ежедневно будет работать экспертный коворкинг-центр. Отмечу, что молодежный форум «Иволга» один из самых популярных и посещаемых в России. В этом году желающих принять участие в проекте оказалось 13 тысяч человек.